Ну, в общем, вот они, две мои клавиатуры. Я уже пользуюсь вот этой новенькой. И могу сказать, что как-то непривычно. Я уже привык к своей той. У нее, не знаю, как-то ей мне привычнее пользоваться. Тем более, что здесь как-то вроде и клавиши чуть-чуть побольше, чем здесь поменьше. Вот они такие немножко поменьше здесь. А здесь чуть-чуть побольше. Ну, вот видно, что вот если присматриваться, то здесь они такие вот, ну, маленькие. А здесь тоже маленькие, но чуть-чуть побольше. И как-то из-за этого непривычно, из-за того, что они чуть побольше. Ну, видно же, что вот. Или оно так сильно поднимается над клавиатурой. Или тут. Тут даже видно вот просвет такой между клавишами. А здесь даже особо так, это, ну, чтобы просвет был виден, нужно высоко камеру задирать. А если так вот, именно под таким углом вот так же оставить, то здесь вот виден такой просветик, а здесь нет, потому что, ну, они побольше. И от этого непривычно. И еще заметил, что ну, здесь на пробел жмешь, здесь он как будто бы больше гремит. Ну, именно звон такой стоит. И на Enter тоже. Здесь Enter вообще так потише работает. А здесь аж дребезжит так. Реально. Короче, Logitech все равно у них что-то да не так. В предыдущей такой клавиатуре у меня кнопка не работала, и мне ее заменили на эту. А в этой клавиатуре все кнопки работают, но дребезжат клавиши, вот пробел и Enter. И Backspace, по-моему. Enter так вообще сильно. К примеру, или вот сюда долбить, ну, со всей силы так стучать, долбить прямо. А практически звука нет. Или сюда. Ну, короче, сборка все равно некачественная. Короче, Logitech мне что-то не сильно нравится. Даже в Defender как-то в этом плане получше. Вот. Короче, мне не нравится. Я вот пользуюсь сейчас Logitech, мне не нравится, что пробел дребезжит и Enter дребезжит. Сильнее, чем здесь. А эту, кстати, клавиатуру после того, как я помыл, там в обзоре вы видели, там все было такое липкое, грязное. Сейчас вот уже видно, что липкого здесь нету, таких пятен, ничего нету. Здесь все такое чистенькое. Ну, царапки, конечно же, остались, но именно всяких там жирных пятен. Ну, естественно, то, что понятно, поцарапано здесь, пальцами вытерто уже, ну, сама краска, как бы, там уже ничего не сделаешь. Но вот именно здесь были всякие пятна жирные на клавиатуре между клавишами. Сейчас уже даже между клавишами нету ничего. Такого жирного пятен там, такого, ну, может, там где-то какие-то ворсиночки остались. Но в основном стало более-менее почище, потому что я ее реально помыл водой прямо. Ну, а так, в целом, даже как-то старые привычнее пользоваться. Там и клавиши меньше, и большие клавиши не так сильно дребезжат. Ну, просто, что я уже новую купил. Ну, купил же уже, деньги заплатил. Ну, уже ладно, буду пользоваться. Вот, может, привыкну.